آقای عارف، مشخصاً در حال حاضر وضعیت در مرز مشترک بین اسرائیل و لبنان بسیار Как известно, ситуация на границе Израиля и Ливана сейчас крайне напряженная. Как вы считаете, заинтересован ли Иран в том, чтобы Хизбалла начала новую войну с Израилем? И будет ли эта война в интересах Тегерана? Ая ин джанг бейна Исраиль ва Хизбалла би манафей Тегеран хогет буд? اگر ایران خیلی به این شما اگر ایران میخواست که جنگی رو علیه اسرائیل به صورت مستقیم یا از طریق همونطور که در پاسخ به سوال اول گفتم یا از طریق نیروی اصلی Если бы Иран действительно хотел начать войну с Израилем самостоятельно или через своего сателлита в лице Хизбаллы, он бы уже начал эту войну. Но за три месяца с момента обострения в секторе Газа ничего подобного не произошло. Также мы видим, что сама Хизбалла не желает новой войны с Израилем. Хотя после 2006 года, когда была предыдущая война с Израилем, Хизбалла сильно изменилась. Она стала гораздо сильнее. И поэтому, кстати, я полагаю, что Израиль как раз заинтересованы в этой войне. Израиль хотел бы уничтожить весь этот потенциал. И для еврейского государства это особенно актуально на фоне его проблем в секторе Газа. Мы видим, что в ходе наземной операции израильская армия до сих пор не достигла ни одной из поставленных целей. Не освободила заложников, не считая сделки при посредничестве Египта и Катара, не ликвидировала главарей Хамас. И особенно этой войны, на мой взгляд, желает господин Нетаньяху, потому что война с Хизбаллой позволит ему скрыть неудачи в секторе Газа. Иран же ведет свое противостояние с Израилем за счет прокси-войск. Именно Иран, по сути, организовал против еврейского государства широкий фронт от Хизбаллы до движения Ансар-Аллах в Йемене.